Служба доставки «Аист». Пять лет спустя. Ого, как же здесь красиво! Пусть даже придется жить без удобств. Мы уже подлетаем, Пиджей! Вообще-то да. Вот у той горы мы разобьем лагерь. Боже мой, гора так опасна. Это так. Мы должны все время держаться рядом. Здесь очень легко заблудиться. Эй, Изи, может, ты захочешь немного покататься в лесу? Не очень-то хочется. Ладно, вон та поляна станет нашим домом на несколько дней. А знаете, все не так уж плохо. Я бы даже сказал, прекрасно. Посмотрите на звезды. Ух ты! И вправду прекрасно. Мне даже нравится побыть на природе. Немножко, но не очень долго. Загорелась! Вы это видели? Она сделала это нарочно. О, да перестань, Джей. Это случайность. Она опасна. Я бы мог очень пострадать, если бы не моя суперреакция к коту. Да ладно. Опять за свое. А знаешь что, Иджей? Коту это глупость. Что ты сказала? Прекратите ругаться. Что это такое? Я думала, что вы лучшие друзья. Друзья? Друг не бросает в тебя горящую пастилу на палочке. Ладно, ладно. Завтра трудный день. Всем нужно отдохнуть. Будь рядом, Иджей. Ладно. Хорошо, пусть это случайность. Но сказать, что коту глупость? Эй, там кто-то, что-то за деревьями! Что такое, Иджей? Прямо вон там я видел кто-то, что-то наблюдает за мной. Что ж, хорошо, что сейчас там никого нет. Да, но я что-то видел. Что это было? Думаю, это призывы большерогих. Очевидно, мы расположились на их территории. Разве это плохо? Я уверен, все в порядке. Они редко бывают агрессивны. Обычно они вполне мирные создания. Чудесный день для прогулки. Ну а как вы сегодня? Снова друзья? С чего это мне быть ее другом? А кто захочет быть твоим другом? Простите, просто спросил. И как долго мы еще будем обследовать эту гору? Долго? Здесь столько всего интересного вокруг. Я не виноват. Это один из большерогих толкнул меня. Вполне возможно, Изи. Мы все должны быть внимательнее. Смотри.
Он прячется за тем валуном. Будьте осторожны! А вот и он. Это тачка! Тачки, тачки! Рынок ими переполнен! Прекрати это немедленно! Плохо видишь? Купи себе новые фары! Профессор, что нам теперь делать? А я бы предложил отступить! Что это было? Это была машина! Это очень интересно! Интересно? Он работает не на всех цилиндрах! Я согласен. Как это объяснить? Просто 5 лет назад новенький авто пропал с автовоза. Вот оно что! Так вот откуда берутся новенькие тачки. Это был новенький маленький автомобильчик. Его так и не нашли. О, бедняжка. Но, похоже, наш потерянный автомобильчик нашли большерогие. Мы должны подружиться с ним. Дружить? Очень трудно дружить с тем, кто все время таранит тебя. Верно, Джей. Агрессивное поведение – это один из факторов, который может повредить дружбе. Предлагаю послать Дерека. Хорошая мысль! Уверен, малыш не сделает мне ничего плохого. Ну и злобное существо! О, да ладно тебе! Что это ты делаешь? Я хочу подружиться с ним. Изи, подожди! Я поеду с тобой. И Джей, зачем? Ну, потому что... я беспокоюсь за тебя, Изи. Спасибо, И Джей. Привет. Отличный план, Изи. И что теперь? Покажи ему, что хочешь подружиться с ним. Улыбнись. Привет. Меня зовут Изи. А это И Джей. И Джей, Изи, Билли. Рад познакомиться, Билли. У тебя ослепительная улыбка. Да, спасибо. Улыбаясь, мы показываем тебе, что хотим дружить. Так, дружить. Очень приятно. Да, приятно. Это лучше, чем наскакивать друг на друга. Новый, улучшенный, лучше, чем прежний. Исчезает головная боль. Билли, можно тебя спросить? Как ты научился говорить так хорошо? Лучший фильм этого сезона спешите видеть в открытом автокинотеатре. Встроенное на заводе радио. Но здесь радио может принимать только громкую рекламу. А-а, что случилось? Эджей, Изи, едем за Билли. Что они делают? Большерогие испугались нашего воздушного шара. Они пытаются прогнать его. Thank you.
Большерогие ушли. Что ты им сказал? Я сказал: и Джей, и Изи друзья. Они все друзья. Но, Билли, как тебе понравилась пастила? О, Келли говорит, это просто классно. Прости, Иджей, мы все еще друзья? Конечно! Такая мелочь не разрушит дружбу. Билли рад, что и Джей, и Изи не хотят толкаться. Дружить лучше. Предложение ограничено? Нет. Предложение действует очень, очень долго. Хорошо.